каждый глоток жидкости и каждый кусок пищи требуют для своего переваривания участия печени. Это очень трудолюбивый орган. При нормальных условиях его ресурса без проблем хватает на 70 лет как минимум. Но мы все, за редким исключением, ведем беспорядочный образ жизни, питаемся не по времени, подвергаемся стрессам и нагрузкам. Ни один орган человеческого тела не боится работы, но все они боятся отсутствия заботы. Если проявлять правильную заботу, печень будет легко выполнять свои обязанности. В период активности печени весной нужно принимать дополнительные меры оздоровления. У компании есть прекрасный продукт – БАДК пищи спирулина в капсулах Тяньши. Это полностью натуральный и высококачественный продукт, наиболее полный источник питательных веществ. В спирулине содержится от 60 до 70% высококачественного белка. Это больше, чем в говядине в 3 раза, чем в рыбе в 10 раз. По сравнению с пшеницей их больше в 2400 раз. Одна капсула спирулины Тяньши приносит столько же пользы, сколько 2 килограмма фруктов и овощей. Спирулина содержит 70% высококачественного белка, содержащего все незаменимые аминокислоты, комплекс витаминов, в том числе В-каротин, витамин Е, витамины группы В, большое количество макро- и микроэлементов в биодоступной органической форме. Она также содержит полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6. Спирулина хорошо поможет тем, кто питается фастфудом. Сейчас жизнь ускоряется. На процесс еды уходит все меньше времени. Фастфуд позволяет сэкономить время приема пищи, но не позволяет получить достаточное количество питательных веществ. Еще один фактор, который мешает получить питательные вещества в достаточном количестве, это сам способ поглощения пищи. Если тщательно и медленно не разжевывать пищу, ощущение голода не пропадет. Если вы будете есть медленно, жевать тщательно, вам не надо будет большого количества пищи, чтобы насытиться.